Первый заместитель главы администрации Юрьевецкого муниципального района подозревается в покушении на мошенничество. Согласно версии следствия, 29 ноября в Иванове чиновник встретился с руководителем коммерческой фирмы. Последнему представитель Юрьевецкой мэрии пообещал содействие в осуществлении деятельности по обслуживанию муниципальной собственности. За такое содействие чиновник попросил 1 миллион рублей, но якобы не для себя. Деньги должны были отправиться в карман главе администрации Юрьевецкого района. Однако бартер до конца не удался. Аферу пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. Как предполагает следствие, миллион рублей чиновник никому передавать не собирался. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.